Центральный банк Самоа CBS издал предостережение против схем быстрого обогащения и против цифровых валют, таких как биткоин. Как сообщает newsbitcoin.com, CBS призывает к осторожному и избирательному отношению к подобным схемам. Центральный банк уже давно обеспокоен интернет-мошенничеством в стране и призвал общественность, прежде чем вкладывать большие суммы, всегда проводить независимое расследование.